Всем привет, подписчики, зрители моего канала. Поехал я в транспортную компанию. Прикупил я себе одну вещь для ковки. Увидел рекламку в Инстаграме, по-моему, не помню уже где. Ну, я все данные покажу, где я приобретал. И решил кое-что усовершенствовать, посмотреть, как оно будет. Насколько оно мне поможет для моей, как говорится, работы в сфере кованых изделий. Сейчас все покажу, что я себе прикупил и для чего. Поедем на моем тракторчонке. Кстати, сейчас покажу, что я сделал. Тут на север ходил, немножко мне не понравилось. Кое-что усовершенствовал. Сейчас как раз, пока он греется, покажу, что там я сделал. Тут же, кстати, еще все туманки пооборвал, пока ехал. Сейчас предел. Кстати, тоже сюда, наверное, вставлю вам так, для проформа. Покажу, что было. Что я тут наколхозил с ними. О, надо запаску привязать. Сейчас пойду. Короче, ехал, здесь мне показалось очень низко. На родных настоковых пружинах ничего, в принципе, сильно не положишь. Поэтому, смотрите, поставил пружины. Видео не снимал на эту тему. Усиленные, и они выше чуть-чуть. Теперь такой лифт получился. Как танк. Весь снегу еще, кстати, не обметал. Только сегодня приехал. Так, ладно, поехали в транспортную компанию. Покажу вам, что я себе приобрел. Ну что, ребятушки, забрал я посылочку с транспортной компании. Все, поедем вскрывать его. Танки грязи не боятся у нас, да? Ну так, ребятушки, вскрыл я коробочку, которая нам пришла. И заодно посмотрел, где я искал информацию по данному устройству, которое я себе решил все-таки заказать. В ковке никто его еще не использовал, по крайней мере, я не нашел. Но на некоторых форумах, где я состою, кстати, можете не искать, я там не Forging Life. Это я к тому сказал, что я там не Forging Life, что многие мои подписчики, общаясь там со мной, ведут себя абсолютно по-разному между тем, как они ведут себя у меня на канале. Так что, ребята, все нормально. Поэтому я считаю вас за хейтеров, когда вы у меня на канале пишете гадости. Еще хотел сказать, я предоставлю там скрины, я сделал с форумов именно по данному устройству. Посмотрим, что это за устройство. Думаю, что она оправдает мои надежды. Как бы стоит она недешево, 11 тысяч рублей, короче, 11 тысяч без 100 рублей. Все, сейчас посмотрим, что это такое. Так, ну посмотрим, что же это такое за загадочная вещь, которую я решил себе прикупить. О, вот такая вот вещичка. Вполне интересный кейс для инструментов. Если вы так подумали, то да, вот такой вот пластиковый кейс за 11 тысяч рублей. Я думаю, что он неубиваемый. Ну, конечно же, ребятки, я шучу. Это не кейс. То есть это не просто кейс. Это аппарат Микроша 2000 ватт, на 2000 ватт. Посмотрим его комплектацию. Так, какой-то... А, это просто, чтобы не болталось. Так, три вида горелки. Ой, аж руки трясутся. Я вот просто хочу его использовать именно в ковке. Нагревать. Это индукционный нагреватель. Идет вот такая вот ленточная нагрев. Идет вот такой вот мягкая шнуровка. И три. А, даже не три, нифига себе. Вот это да. Получается
Раз, два, три, четыре, пять. Пять насадок под разный диаметр труб. Вот это вообще плоская насадка. Так, какие-то два этих, я еще не знаю, для чего это. Так, ну сама Библия, как я ее называю, ну и, естественно, аппаратик. А он, оказывается, маленький, я думал, он большой. На передней панели два входа под кнопочка нагрева. Ну и все. Шнур такой мягкий, вообще мягкий. Не замерзающий. Будет хорошо. А, ребятки, я, короче, в восторге. Но я еще не знаю, как он будет работать. Это что, разработчик и производитель, наша электроника. Сделано в России индукционный нагреватель. Ё-моё. Посмотрим, посмотрим, как он будет работать. Ну, конечно же, все это я покажу в отдельном видео. Посмотрю, как он и что. Мы полностью все посмотрим. Также проэкспериментируем, пойдет ли он нам для ковки. Вот такие вот дела, ребятки. Короче, ребятушки, опробовал я уже аппаратик. Вам это все покажу. Насколько я удовлетворен или не удовлетворен данной вещью. Так что... Не пропустите новые видео. Подписывайтесь на канал обязательно. Жмите колокольчик. И напоминаю, как вы смели заметить, коробочка была большая, а здесь такой маленький. У вас возник вопрос. Я вам все покажу. Все покажу, что за коробка.